спорт не имеет каких-то границ по именно по возрасту. Там, конечно, есть какие-то там нюансы в том плане, что, допустим, как-то восстановление потяжелее идет от нагрузок. Спортивный зал, он дает очень много для функциональной подготовки, значит, спортсменов, я думаю, что любого вида спорта. И я считаю, что необходимо включать как, значит, гимнастику атлетическую, так и вот фитнес.